Всем здорова, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и вы на домашнем канале. Сегодня у нас в выпуске игруха под названием Shadowbringer. Вот, не забываем поставить лайк, подписаться на канал и писать коммент, конечно же. Мы с вами начинаем. Итак, мы с вами играем за какого-то монстра и сбежали из какой-то колбы, короче. Мы, судя по всему, в лаборатории. Вот. И я думаю, что нам нужно убежать с этого комплекса. Так, что у нас за флешбэк? Флешбэк. Ну, тут все на английском, короче, я не знаю. Я не буду, короче, выключать. Почитайте, может, сами переведете. Вот. Окей. Там, если что, на паузу поставите. Ладно, мы можем драться там или что-то. Мы можем телепортироваться, окей. У нас есть прыжок, мы можем садиться. Драться мы не можем. Ладно, погнали. Ясно, понятно. На свет лучше не вставать. Так, что это у нас? Карта. Access denied. Хм, колба... Так, охранник стоит. Можно как-то его вырубить, как-то оглушить? Да. Да. Так, здесь в колбах, короче, какие-то эмбрионы. Судя по всему, это эмбрионы такого же монстра, как и наш главный герой. Тихо. Наш главный герой. Вот. Еще одна колба разбита. Скорее всего, мы здесь не одни. Возможно. В. В. Ага, сенсорное зрение. Ясно. Нужно найти карту. Там что-то было какая-то... Ну, короче, там, по-моему, что-то Space там нарисовано было. Я так чуть-чуть успел, короче, увидеть. Так, что здесь? Чтиво. На паузу ставим, читаем. Погнали дальше. Делаю так. В эту дверь не пройти. Охранника вижу. Чекпоинт, хорошо. Сейчас я его вырублю. Короче, стелс за монстра. Что-то такое оригинальное, да? Хуе. Ага, выглядывать можем. Понятно. Такие записюли. Сейчас мы этого челобрека. Спринта нет, да? Shift здесь не работает. Ладно. Так, один есть. Сейчас мы его... Там второй. Блин, вот это я сейчас опасно сделал, конечно. А, у нас заряд. Понятно. Один раз такую фишку делаем, у нас заряжается наши силы. Хорошо, я понял. Флешбэк, тихо. Я случайно выключил, короче, и хотел это, думал, сразу появится все, а не постепенно. Ну ладно. Тихо. А эта дымка урон какой-то наносит, не наносит? Опа, свет. Окей, так. А мы его обойдем. Какая-то лаборатория. Опа. О, там такой же, наверное, чудик, как и мы. Надо будет взглянуть. Хочу посмотреть на него. Как мы выглядим вообще со стороны. Так, карту нашел. Чтиво. Блин, здесь свет. О, отлично.
Так, и как это выглядит? Блин, темно. Хреново видно. Блин, чуть не сдох, а? Тихо, 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 тихо. Все так, опа, еще один, второй. А, у меня... Все отлично. Так, какие-то флешбеки по новой появились. Материал X. Свет, что-то дом. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Окей, погнали. Тихо, 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 он меня сейчас увидит. Сюда идет. А! Застрял в двери. Да что ж ты будешь делать? Я от света далеко, что ты? Хакнуть терминал надо. Какой терминал хакнуть, непонятно. Так, с щитом. Чел с щитом. А его я могу зафигачить? Ох ты! Хрен, 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 хренушки. Ладно, я его понял. Чил и щитом нифига, короче, не уничтожаются. Так, он меня заметил. Вернуться в лифт. А, ну хорошо, погнали. Вернуться, так вернуться. Ой, там флешбэк опять. Я не успел, короче, нажать. Я нажал, но, видишь, не успел. Не успел. Очередная локация, короче, пройдена. А, попасть в серверную комнату, короче. Блин, меня уже засекли. Как так? Кто? Ага, понятно, кто. System breach detected. Так, отлично. Что-то хакнули снова. Куда нам? Вон туда, наверх. Ясно, понятно. Нет здесь никого. Чисто монстр-хакер такой, знаешь, стелсер-хакер. А чё, я не могу туда перепрыгнуть? А может, я переместиться смогу? Тихо, погоди. Да ладно. Печаль, беда. Придется возвращаться так. Кстати, а вот там свет, и почему на меня это не подействовало, непонятно. Хакнуть центральный суперкомпьютер. Пойдем хакнем суперкомпьютер. Так, чилы там ходят. Может, с этой стороны поудобней будет? О, с этой стороны как-то поудобней. А мы тебя сейчас... Бля, свет включился. Ч
Чё там, кипишь, да? Хакнуть три сервера авторизации. Так, и где они? Ага, один вижу. А, от которого вон там зелененький подсвечен. И два вон там. Хорошо. Сейчас мы это сделаем. Вот этого вырубаем, короче. Чтоб не мешался. Ля, свет. Свет. Не вовремя включился. Все вроде погас. Успею, нет? Ах ты, падла, меня заметил, а? Кто меня там заметил? С фонариком или... Товарищи, вводи там свои пароли. Окей. Это вот этот, наверное, меня заметил. Вот этот. Черт. Ладно. Блин, свет бывает включается непонятно вот в каком месте. Хотя бы, блин, как-то отмечалось бы место, где свет должен включиться. Так, вон зелененькую вижу. А-а. Здравствуй. Ага. О-ю-ю-ю-ю. Фига нарвался сразу на троих. Блин, тут щитом. Ты уйдешь отсюда, нет? Вашу мать, а, вы задрали. И, блин, и в мою сторону повернулся. Ну как так-то, ё-моё? Сейчас я его уберу, короче. Да, уберешь его тут. Любопытная жопа. Иди, нет здесь никого. Так, ладно. Минус одна проблема. Блин, здесь стоит один. Что ж ты будешь делать-то? Да ёб твою мать, а, ты задрал. Светит и светит мне в глаза. Все. Резче, резче. Отлично. Так, еще одна. Бля. Ай-яй-яй-яй, главное не сдохни, но. Аллилуйя. Чисто, короче, взламываем тут. Чё? Так, сбежать. Сбежать, а куда? Вы хотя бы покажите, куда бежать-то? О! Так, в какую сторону? А-а-а! Да, наверное. Я думаю, что надо к лифту, наверное, скорее всего, идти. Понятно.
Как-то не сразу срабатывает этот телепорт. The, короче, секретная корпорация ТД и ТП. А, все. Окей, окей. Ну, такая вот, знаешь, забавная игруха. Вот, в принципе, ничего сложного. Но оригинально. Монстр, стелс за монстра. Как бы, в принципе, оригинально, я думаю. Вот. Ну, всем спасибо, кто посмотрел, короче, видеоролик. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что не забыли поставить лайк, подписаться на канал. И жду от вас комментарии под видео. И увидимся с вами на следующих видосах и стримах. Всем пока.